come from New Zealand, but my parents come from Tonga. It was your first ride on Unibus EX? Yes, we've yet to ride, but we're just going to go after Unitsky speaks. Да. То есть, да, вы ждали в очереди, да, после речи Юницкого. А другие виды транспорта протестировали? Испытали? Ну, я на самом деле попробовал органическую еду. Очень вкусно. Просто великолепно. А что-нибудь купите, привезете домой? Да, конечно. Может, сейчас? Вы можете прям написать им письмо и отправить домой, вон там, на почте. Да, мы планируем это сделать, конечно, так и делаем, пишем письма. Какие ваши первые впечатления о пребывании здесь? Ну, мое первое впечатление, что не могу поверить в то, что происходит, как будто сон. Да. Я из Новой Зеландии. Это мой первый опыт на этот Тайкафест 2019. Вот, боже мой, очень-очень впечатляет. Я вот поела органического яблока, которое было выращено здесь, в парке. И мы встречаемся с различными партнерами со всего мира. Это то место, где мечты сбываются для многих из нас. И многие из нас видят те усилия и работа, которая была выполнена, чтобы этот парк был создан и развился. Мы сейчас, все, кто здесь, мы верим в идею Юницкого и мечту его создать более чистую планету, не только для нашего поколения, но и для наших детей, внуков и правнуков. И мы настолько это... Мы чувствуем себя, знаете, мы впечатлены. Мы из Новой Зеландии, ну, есть гости из Индии, и они приехали сюда, чтобы посмотреть на технологию в работе. Global Star Club. Возможности безграничны.